Так, друзья, продолжаем проходить с вами Нурсыч. Вот он ищет, тут он уже. Опа! Блять, сегодня такая, короче, чипочка случилась, пролил себе на клавиатуру. Чай. Нет, нам не все равно. Нам было когда-то все равно, но теперь нам уже не все равно. Нам вмазали. Что-то у меня сегодня все подлагивает. Почему так заметно подлагивает? Thank you.
Ух ты ж, блядь, сколько их там бежит. Это не сезон, да, пришли. В принципе, об этом я тоже догадывался. Сейчас будет такая вот херовина, что мы с вами упадем. Не, головокружительно очень паркур, кстати. Кто ж так делает? Наверное, я. Да, как-то должен быть проход, по сути дела. Блять, что ж такое? Скривил я слегка, скривил, ребята. Опа! Лаги все это постараюсь исправить, по крайней мере, к следующему выпуску. Потому что самому некомфортно. Ух-ху!
Dying Light 2 хотел поиграть, который тоже менее купали, он забыли, конечно. Выстрел! О, бежим! Бежим! Тут стреляет уже все. Это нас ищет, да? Разберись с этими снайперами, ими не попадает им на глаза, но главное, сваливай! Окей, чувак. Наверное, все-таки лучше свалить, потому что хер знает, где снайпер. Блять! Сука, а? Пизданулся. Блять. Пиздец. Вот как так, блять, можно, а? Так. 3, 2, 1. Шу. Где этот хуй стоит? А, понял. Думал, блядь. Ну, не заметил. Собака, а? Ты с ним разберешься, я забыл. Да. Фейт пизданулся. Фейт у нас чем, по-моему, надежда. Вера, любовь. Ой. Фу, блядь. Взял пизданулся опять. Что-то я сегодня смотрю. Давайте его еще разочек попробуем. Недавно Бэтмен вышел, почитал. Теперь это вообще жесть. Не оптимизация. Динову там эту сраную поставили. В общем, полный пиздец. Кто хочет там убирать, если не получится. И так тогда писали, что Динова она сама по себе живет очень компьютер. Один внутри, сваливай оттуда, Фейт. Блять. О, головокружительно, ох. Ох, сука, головокружительно. Подожди. Да нет, слушайте, все правильно. Нет, слушайте, да, слушались. Нет, слушайте, это, блять, это пиздец.
Это полный пиздец. Потому что, блядь, такого пиздеца я еще не видал. Я, сука, то ли я такой, ну, блядь, то ли игра такая. Скорее всего, это игра такая, блядь. Как же я могу быть, ну... Как, ну, Battlefield, знаете, Battlefield Friends? Не признается, что я нуб, я тоже признаюсь, что я нуб. Что поделать? Вообще на самом деле что-то укрутить, да? Дай-то попробую одеться. О, блядь. Ты слышишь музыку, не растаешь. Который вот именно в титрах вот тут. А, вон вверх, вон он. Да бля. Все, ребят, это полная пауза. Быстро мы сейчас встретимся. Закрыт. Графина на них нету. Ух, покатаемся, ребятки. Спидраны, говорю уже, в прошлой серии еще спал видео. В общем, не знаю, как было уже в прошлой серии, наверное, будет чисто посередине, потому что я приложил музыку интересную. Берется поиграть, песни, мне очень нравится. Но... По обладателю, так сказать, не понравилось. Даже с этот ютубер его, ютубечки его сдвинуть так вот не получается. Дела, поэтому будем думать. Ну, все правильно. Что-то я не тормозил. Надеюсь, все-таки вторую часть арены будет больше всяких этих возможностей, мир сейф, потому что... Ай, господи. В общем, а ей больше возможностей в любом. Еще если я перестану убить,
в следующих частях. Чё, кстати, попроходить? Может быть, кто-нибудь в комментах понакидает, могу что-нибудь пройти. Интересно. Хотя, знаете что, у меня на следующей очереди, скорее всего, будет Battlefield Bad Company, и, скорее всего, это будет его прохождение полное. Может быть, это будет даже Just Cause. Кто знает, походу Just Cause. Вот вторая часть или еще одна. Мы всем обещали. Да никак не обещал. Я так понимаю, в том, чтобы что-то сделать. Я этот замысел успешно просрал. Противный пиздец. Так. По сути. Все. Господи, сразу нас встречает. Какая если девочка. Они нас стреляют по нам. Я уже на нас попасть, но видишь, что давайте ускоримся, блин, без всяких выстрелов и всего. Если, конечно, мне соблазн будет взять, блядь. Мы боремся, мы боремся, блядь. Борьба закончилась тем, что мы лежим, нюхаем землю. Ну вообще, как подумать, когда быть так по-скотски. Опять мы лежим, нюхаем землю. Господи, что ж такое? Именно вот землечку, так сказать, нюхаем и никак не нанюхаем ее. Выбросились.
разумных смысл, ребят, давайте здесь. Очень умный позиции. Ты, блядь, сука, раньше была выгодная позиция. Сейчас это, блядь, не я не выгодная, сука, позиция. Блядь, пиздец, это ж нахуй, я вообще в охуе. Причем почему хочу проходить Just Cause, потому что не понравится. Хотя, кому как. Все, меня разозлили эти люди. Я сам устрою, блядь, Макс Пейна. Умники нахуй, сука. Я, блядь, таймшип у меня не прошел. Где он, блядь, земля знает? Земля 3 не знаю. Так что могут не сомневаться, сучки. И что, блядь? Здесь что мне надо потом играет вот из-за этих вот зеленых, помню, желтых. Знаете, Battlefield здесь карта, кстати, сегодня прочитал, что Battlefield анонсировал новую карту. Это Вальпарес, как или Драгонвелл. В общем, из второй части карта был. Она очень многим нравилась. Может, помните, там островки такие. Блядь, будем играть, конечно. Если бесплатно, будет круто. Это очень щедрый подарок от Тайса, я считаю. Плюс еще вот та карта. По-моему, говорили, что все эти дополнения бесплатные. Ой. Привет, Крейзи, привет, Джон, а ты кто? Я тебя не помню. Кто такой, давай, до свидания. А кто это такой? Извините. Тут мой друг вот это сказал. Не знал, что есть специальный памятник такой. Привет, кто? Вот потом другой шел. Своим хозяевам. Интересно, почему я такой долбоёб сейчас не прыгнул нормально? Привет, Фэйти. Привет, мужик. Я, блядь, не знаю, кто ты такой, что ты такой. Зачем надо с тобой следовать? Ну,
Но бы помню, сказал. Давай поиграем. Смотрим, дальше, короче, пойдем. И я читал, что ли, мы в не играл. Нет, он стоп. Сейчас я решил не поиграть. Точнее, это вторая серия. Раз вы фундерлись, блядь, нормально. Вы чё, блядь, издеваетесь? Всё заново? Нет, они, блядь, не шутят? Серьёзно, сюда? Жесть, блядь. Я, блядь, не знаю. Я не помню, блядь. Сука, здесь, блядь, не шутишь, да? За эту музыку YouTube не отругает. Давайте посмотрим на эту сцену. Пизда, ну все. Ой, блять, неувязный. Жопа, блять, неувязный. Тьфу, блять, я. Про себя вообще молчу, это пиздец, собственно, сейчас. Игры, я так понял, писать лучше разными программами, потому что порой у меня, например, Afrabs записывает. Вот. У меня была другая программа, DXTory, она записывала. Она, в общем-то, записывала таймшифт без лаков, без секунд. В общем, многие игры она без лаков писала сначала. Бендикам. Как по мне, всех программ, что есть, по-моему, самый, блядь, ресурсожрущий. Я, конечно, понимаю, что у меня компьютер тоже, блядь, не особо-то новый, но тем не менее. Ой, блядь, ой, блядь, чё ты пиздаешь, чуваки. Ой, блядь. Фух! Вы что, смеетесь, что ли? Ай, была не была. Да. Просто у кого не видно, может, наслаждаться.
пистолет и поистине красивые спецэффекты. Я причем покупал видеокарточку в этом видео, думаю, блять, пройдет пару лет. Будет настолько круто все. Будет там эффект в виде, водичка, блять. Ведь все же знают, какая темпа боевая водичка. Посмотрим. Но, к сожалению, это обычно бывает. Демки демками, а игр на этом не купят. Поэтому это просто жесть. Давай посмотрим. Я знаю, зачем ты пришла, нет. Лучше скажи, как Икар связан с убийством Поупа, Джек. Я слышал, это все Поп. Значит, ты ослышался. Мне нравится борьба, Фэй. Поп был фанатом, серьезно. Он даже взял бывшего борца себе как личного охранника. Трэвиса Парку. Когда-то тот выступал под именем Роупер. А мне-то что с того? Роупер, ну, он обычный головорез, которому улыбнулась удача. Но иногда люди забывают о личности. Всегда пытаются заплыть поглубже. Не думая, что есть рыбный... Это пропустил жопу. Я так понимаю, что... Видишь его? Да. Он нам рассказал. Он идет к своей машине. Я и во всех играх на самом деле интересен сюжет, смотрю. Давайте здесь можем. Лейтенант Миллер? Я Фейт. Кейт моя сестра. Не знал, что у нее есть сестра. Мы не любим говорить о семье. Она просила найти вас, если дела пойдут скверно. Ее арестовали. А ты, случайно, не та подозреваемая, которая скрылась с места преступления? У меня проблемы с памятью, когда на меня наставлен пистолет. Я знаю, чего от тебя ждать. Вы в курсе, что ее подставили? Я знаю, Кейт не способна на такое. Но у моего капитана к ней есть несколько серьезных вопросов. А сам я не могу даже увидеться с ней. Бежали дальше. Ой, блядь, что-то я как-то с налёта там сказал. Хватает опять свободного мира. Вот по-честному. Свободного мира здесь не хватает. Но отсутствие слегка улучшает. Забираемся по раскаленным красным трубам. Жаркие. Почему-то мне вспоминается игра под названием Spider-Man. Сейчас, кстати, Spider-Man не особо любил, но эту игра мне третья часть очень понравилась. Я бы в Shadow не играл, остальные тоже. Ну так, играл, но... Thank you.
Ой-ой-ой. Что-то залучь, что ли? Вообще, на самом деле, парку весело занять. Все, что приносит мне удовольствие, веселее. Паркур — это не какое-нибудь скучное занятие. Прям стиль Дайс, они любят всякие фонки делать, цветные. У нас прям тут целый серий. Метро, например, пройти, у меня желания нету. Все, что, в общем-то, угодно, прохожу. Куда есть возможность. Чего? Садитесь, смотрите. Скучно не будет по-любому. Прохождение как бы. Так. Это интересно. Попочки. Так. Бежим. Я помню, есть как травка, что ли, хорошая.
блядь. Сука, еще бесит то, что игра начала лагать. Да это она как бы совершенно не могла. Сейчас я еще набить стал. И такой взрывной коктейль излагающий. Моего бомбящего прекрасного пугачка. Это нечто. Ребят, интересно. Понятно, елка. Ёб твою мать, я так не... Они там подсвечены, я так полагаю, вот туда. Чё, ребят, это, блядь, это пиздец. Это, блядь, не играет, это, блядь, это тёща монстр, блядь. Тёща Фейт, блядь. Амирос Эйдж. Дрэгон Эйдж. У них прям вот на Эйдж. Медом на вас. Yeah.
Мира Сейдж, Хуи Сейдж. В общем, дофига всего. Я думаю, что мы сейчас сами тут жизнь пройдем и... Следующий серию приходим. Когда в игре есть вот такие ебанутые твари, давай, иди сюда, сука. Хотя какой там, блядь, пятый? Там, блядь, 55-й бакс сил был. Срал спокойненько к себе. Я думаю, блядь, не слышу. Почему? А, там нужно нажать, блядь. Называть не могу. Уныние как?
лестница есть, ёб твою мать, а я тут сижу, блядь. Режим Макс Пейн, ребятки. This is режим Макс Пейн. С китаяночек, да, по-моему. Я бы ему влепил бы, блядь, прям. Шлёнки нету. Всё. Шлёнки нет, не играет. Блядь. Мне так кажется, сейчас что-то должно быть, по сути дела. Все же правильно будет. О, понял. Блять. Ёбаный в рот. Ёб твою мать. Что с тебя делать? Вы что, блядь, смеетесь, что ли? Ну ладно, я пошел, что. Фей, давай, я понимаю, что тебе не хочется, но придется. Да. Подумаешь, маленький перелом черепа. Как сказать, маленький. Ай, блядь. Все, нахер. Друзья, последняя попытка. Нахер, друзья. Последняя попытка. Thank you.
потому что их нет. Можно мерсенарис будет, может. Ну, кстати, да, мерсенарис еще вспомнил. Кто играл в мерсенарис, скажите. Вот видите, как только сказал игре, что будет забудка, да? Чудеса же, ребята. Чудеса. Ну, чудеса не верится. Ребят, вы корявые звуки. Чего? Я даже жаль. Но мне себя жаль, потому что мне пора убить. Блять, это, конечно. Что же я, блядь, какой, а? Попался. Фейт Барри. Ты знаешь, это ли в Ассасине, да, в Ассасине, когда помню, в четвертом. Мужик баба оказывается. Блять, ну реально был мужик баба. Жалко, я же баба. Так и не дожила, да? Своих лет. Ребят, думаю, это была... Да. Сейчас будет ролик. Увидимся с вами в следующих сериях. Где-то граном подземная парковка. Я получил твое сообщение. Я следила за Роуберном. За кем? За Тревисом Барфилдом, главой безопасности Поупа. Думаешь, он убил Поупа? Возможно. И он точно... В общем, подставили ее сестру, а я не знал раньше. А мы ее должны спастись. Найти истинного преступника. Обезвредить. Это прям, блядь, боевистая. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Думаю, на этом я закончу свою серию. С такими... поистине великими словами. Запись, потому что, блядь, игра интересная, вообще интересная игра для делиться сами друзья. Тоже интересно. Вот. Да и действительно записывать так. Интересно. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
закончим сейчас. Можем больше поуправить. Ладно, давайте еще чуть-чуть тут пройдем. И все. Это, блядь, интересно. Ёбаный пиндюк, какой же я перелез? Это значит нет. Видели, он мне прям... Это был мне ответ, я понял. Это значит нет, сука. Это оригинально, в случае. Это значит нет. Вот как это глупо. И так же, как раньше, вы знаете, уже там есть плюс, но не видно момента. Ну и там что-то не просто. Другой не стрелит. Жалко, что нет продолжения, потому что продолжение должно быть. Те, кто не смотрел, уж не буду спойлерить. Там продолжение просто такое, что он там в конце, в общем, приходит. И как бы... Чё мне спойлерить-то? Чё спойлерить? Я, по-моему, здесь раньше зависал, но я чё ж тут делал. Сейчас уже понимаю, что здесь... У меня лестница, что ли? Так, стоп. Да ты неплох, да я неплох. Отворачивай. Сейчас, по-моему, здесь как-то будет, наверное, я там полагаю. В общем, что я хотел сказать? Сейчас мы посмотрим номер. Ебать, у тебя зуб чувак. В общем, друзья, давайте завалим. Никто не смеет мне угрожать. Давай, скидывай меня с крыши. Давай, чувак. Все-таки в следующей серии тогда пройдем.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего летнего настроения. Пока.